сезон 19-20 останется в истории как уникальный, недосказанный и недоигранный. Но все мы с вами ждем возобновления привычного ритма жизни, победы над коронавирусом и скорейшего возвращения любимой миллионами игры. А пока межсезонье, время трансферов и комплектование команд. На очереди еще один новичок – «Зенит Казань». Знакомьтесь, Артем Смоллер, 35 лет, центральный блокирующий, рост 209 сантиметров, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Артем родился на Украине и собирался стать программистом, окончив физфак, но в 16 лет попал в волейбольную секцию и понеслось. Главный вопрос, который задают Артему, это, конечно же, ударение в фамилии. Так вот, Смоллер не раз об этом говорил. Ударение ставится на «о», но поправлять людей Смоллер давно бросил. Но мы с вами будем называть Артема правильно. Свою профессиональную карьеру Артем начал в Белгороде, где прошел путь от второй команды «Металла Инвест» до основы «Локомотива Белогорья» в 2009 году. Именно в составе белгородцев Смоллер выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионатов России. После чего отправился выступать за «Локомотив Изумруд» и сургутскую «Газпром Югру». Возвращение в Белгород случилось спустя 3 года и пришлось на конец эпохи доминирования «Львов». Смоллер вновь завоевал серебро и бронзу, не сумев переиграть казанский «Зенит». В 2015 году Андрей Воронков пригласил Артема в сборную России, за которую он дебютировал в рамках мировой лиги. 2 сезона Артем неплохо провел в составе новосибирского «Локомотива», но до медали чемпионата добраться вновь не получилось. После чего Смоллер перешел в «Динамо» из Ленинградской области, где провел последний сезон. В богатой волейбольной биографии Смоллера определенно не хватает титула чемпиона России, который, мы надеемся, Артем поможет завоевать нашей команде уже в следующем сезоне. Добро пожаловать в «Зенит Казань». Пацаны, все отснял, лайки, комментарии, подписываемся на канал. Всех обнял, поднял, заплакал.